Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс.Каналах. За окном пятница, 20:00 на часах, и сегодня мы с вами будем готовить посадочные емкости к посадке. В магазинах продается великое множество разнообразных емкостей для рассады. Но зачем тратить деньги, когда есть баночки от сметаны объемом в 500 мл? Единственное отличие между ними – это наличие дренажных отверстий в донышке емкости. Их-то мы и будем сегодня делать. Нам понадобится сама баночка, дрель и самое маленькое сверло, которое есть у вас в наборе. У меня это 2 мм. Берем дрель и делаем 3 отверстия в донышке, и этим превращаем баночку от сметаны в емкость для рассады. Не выбрасывайте лишний раз пластик, а используйте его максимальное количество раз. В частности, емкости из-под сметаны практически вечны, если не держать их долгое время на открытом солнце. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!